В МВД республики в преддверии Дня защитника Отечества прошла церемония вручения офицерских погон молодым сотрудникам. Специальное звание «Младший лейтенант полиции» получили 13 сотрудников различных подразделений министерства и территориальных органов внутренних дел. Глава министерства Виктор Шмитков и председатель Совета ветеранов Михаил Киселев пожелали молодым сотрудникам быть достойными высокого звания офицера органов внутренних дел, свято чтить закон и быть бескомпромиссными в борьбе с преступностью.